Всем привет! С вами компания Fusion Technologies и я Александр, технолог производства. Сегодня мы сделаем небольшой обзор по одной из новинок текстуры CW43. Сама по себе выглядит она вот так. В работе показался неплохо, работает при стандартных настройках. На белой базе выглядит она вот так. На других базах и даже на черной она выглядит тоже достаточно интересно. Как под матовым лаком, так и под глянцевым. Отпечатаем данную текстуру. Настройки, как я уже говорил, стандартные. Температура воды 27-28 градусов. Выдержка на воде 2,5 минуты. Подача активатора 2,5 оборота. Активной она становится где-то на 15 секунде. Отпечатаем на черной базе. Если будут какие-то дополнительные вопросы, пишите нам в комментариях. С вами была компания Fusion Technologies. Всем пока!